меняется двойник Юпитера, вторая часть и вторая модель от Лего Техника гусеничного крана. Вот. Я его пересобрал все-таки же. Вот. Я обзор про коробку не могу сказать, как я в первой части говорил. В первой части вы можете его посмотреть внизу в описании. Ссылка будет внизу в описании. Вот. Заднюю часть только покажу. Тут его все механизмы и сам трактор. Но они не идентичны, потому что он как-то в 3 раза увеличен. Вот картинка. А тут вот эта картинка одинакова. Вот. Ну, к инструкции. От него много деталей осталось, но не сейчас. Вот мы его начинаем собирать в 2-й страничке. Вот. И заканчиваем его сборку на 29-й страничке. Если видно. Вот. А потом тут показаны все детальки. Вот. От него остались вот эта деталь. Вот эта деталька осталась. Еще несколько вот таких красных. Одна, кажется, веревка осталась. И кран. Еще несколько деталей. Вот. Дальше показаны другие наборы. Это истребитель или самолет. И квадроцикл. Да, квадроцикл. Тут показаны Лего... техниклего.ком. Вот. И сам набор. Сам набор очень мелкий. Вот. У него механизмов мало, чем у гусеничного крана. У гусеничного крана было много механизмов, а у этого трактора мало. Ну, вот смотрим. Первый механизм у него, это поднимается его передняя часть. Вот. Чтобы грязь собирать или что-то так перетаскивать. Вот. Она максимум поднимается. Вот сейчас вам покажу. Сейчас, вот максимум. И самый низ это... И мешается деталька вот эта. Вот эта. А так бы она до самого верха. Вот. И тут тоже она до конца не идет. Вот до сюда. Потому что вот эта деталька уже мешается. Вот. Механизм очень легкий. Вот. Второй механизм. Я не засчитаю это за механизм, как это не механизм. Вообще нефункциональна вот эта штука. Ну, можно вот это приподнять и типа он пахать землю. Но она 2 штуки каких-то. И это очень плохо. Могли бы что-то вот из этих гусенок что-то сделать. Вот. Побольше, чтобы землю пахало. Вот. Надо самому вот так взять и вот так сделать. А так она в одном месте может стоять и все. Могли бы хотя бы вот такую детальку запихнуть, чтобы какой-то механизм был. Но это я не засчитаю за механизм. А в коробке сказано, что это механизм. И все, как бы механизмов больше нету. Вот. Но я не знаю, еще вот этот механизм можно ли засчитать. Вот это. Шевеление вот этой детальки. И вот эта часть шевелится. Но это я тоже не засчитаю. Это их не ошибка. Вот. И тут еще одна ошибка. Может и нет. Ну я вот это засчитаю за механизм. 2 механизма, то есть можно засчитать. Вот эти колесико, вот. Я вот одной рукой держу. Вот. И вот это если сделать одной рукой, то есть вот так. Вот так. 2 шевелятся. То есть вот эту если крутим, вот это шевелится. Вот. Я абсолютно ничего не делаю. Вот это. И все. Вот. Больше механизмов нету. Дизайн у него неплохой, в принципе. Вот, сейчас посмотрим разных ракурсов. Вот первый ракурс. Второй ракурс. Третий ракурс. Третий. Четвертый. Пятый. Сверху как он выглядит. И снизу как он выглядит. Тут уже механизм виден. Вот. И как-то они неправильно сделали. Вот эта часть, она вот где-то вот здесь должна стоять. А не здесь. Вот. Вот. Ну, можно, в принципе, заканчивать обзор. Потому что этот обзор маленький, чем первая часть. Да, и первую часть вы можете внизу ссылки в описании. Вот про это. Вот. Ну, а с вами был Эдс. Всем удачи и всем пока.